Добрый вечер, друзья. И снова, да, это на наш, арене. Наш детский сад. Детский сад, ты усы на лямках. Ромашка. Тут уже шо, Степка? Удачные такие игрушки. Да, да, нравится, нравится. Николай передал им такие. Конечно, в вольер мы их не даем, потому что, чтобы не откусили, ничего не проглотили. Но так вот, когда они играются, то очень им нравится. Да, Стёп? Что? Ма? Стёп, мы вон в каких-то... Сам. Люся, оставь мышь. Ты компьютерный гений. Отдай мышь, говорю. Лянь, нашлась. Тут Стёпка хакер. Понимаешь, тут хватает без тебя уже. Степка уже. Ага. Вы посмотрите, до трусов мы до звездных доросли. Друзья, помните, кто вот... Еще тот котов. Да. Стал. Помните, как Люська, это были первые, одни из первых трусов у Люськи. И вот так буквально там за сколько там, 13 дней. Степка дорос до этих трусов. А смотри, как кидается на Люську. Люська стрекочет, ей нравится все. Вот они любят здесь, у Влада. Степаша, Люся, никуда не лезем пакостить. Ой, ты посмотри, как он вот это за руки. Скажи, папа, папа, пока ее нет, давай все твое время будет мне принадлежать. Люська, сейчас, я была первая. Самая любимая, скажи, я не собираюсь позиции сдавать. Пошел. Она затрусилят. Но он уже, смотрите, все препятствия преодолевает. Да. Он ноги уже... длинные, руки длинные. Ноги длинные, руки длинные, Люся. А ну, Степаша. Опа! Степаша, не нападай на Люську, давай. Опа! Давай за шариками, Степ. Опа! Посмотри, как бегают. Опа, шарики. Люся, ну ты, да, ты самый такой. Это же в зубах удобно держать. Да? Стёп, давай. Ну, что ты на меня нападаешь? Ну, давай, я тебе буду, лови руками. Давай, а ты мне кидай. Давай, еще. Люсь. Немного тебе, Люсь. Нет, немного, все твое. А сейчас как пойдешь, Люсь? Люся, как... Люся! Степа, держи шарик. Степке еще шарики не особо нужны. Люся, на, зеленый. Что? У меня нету. Смотри, опа. А. Твой, да, тебе этот понравился. Он такой с рожками. Малиновый, яркий. Опа! Ти-ди-ти-ди-ти-ди-ди. Ну, меня, конечно, Степашка радует. Как? Папа, папа, я сейчас вот не поняла. Ты скажешь, целый день я была с Сонечкой, да? Вы были со Степашкой. Скажи, что-то я вот это, скажи, не снимать его, да? А Степашка любит, когда его гладят. Так ему нравится... И мы купили вот такие две подстилки. И нам прислали. Прислали, да. Тоже такие подстилки, да? Вот уже. Что? Что? А? Люсь, на лови. Смотри, у меня зеленый. Опа. Ну, я не поняла, кто. Я должна ловить или ты? Чего же Степки забираешь? На. Беги. Опа! Степа, давай! Давай за шариком! Давай! Ти-ди-ти-ди, такая мышь! Ти-ди-ти-ди-ти-ди-ти! Что? Что? Ну, вниз не идет! Не падает! Хоп-хоп-хоп, ага, край! У нас стал хвост потихоньку обрастать. Да, только вчера я сказала, что
Только, ну, не снимай ты с него трусы. Только сейчас одела. Скажи, мама, мама, а что это с папой? Ты видела такие, какие-то странные вещи с ним творятся? Ой, ой. Кто у нас квакает? Что, и тебе так надо сделать? Ты уже изо рта как-то вынь пуговку малиновую. Почему-то она делает с зубами. Музыкант. Да. Степуля. А Степке лишь бы прильнуть. Да? Люся. Степа, я тебя ж люблю, да. И еще 500 000 людей тебя тоже любит. Иди подбери. Скажи, мама, зачем мне подбирать? У меня тут еще есть. Оп. Да. Ой, докатилась, ты понимаешь? Докатилась, да, выкручивалась. Все, внимание. Это что? Воображуля вообще страшное дело. Степа, что? Люсь, никуда не кусайся. Наше платье? Юбка. Давай. Сейчас. Люся, иди сюда. Люся, иди ко мне. Люся, иди сюда. Иди Ой, сюда. Прямо какой ты грустный. Люся. Прямо она ж так подслушалась. Прямо смотри. Иди ко прямо мне. Прямо бежит. Я, Маркин. Скажи, я. Да, папа. Какая Люся, скажи. Люся, не лезь. Скажи, я же лучше Люськи, да? Скажи, я же лучше, я же маленький, да? Люсь, ну, та рука для Степашки, это рука для тебя. На, опа. На. Степашка такой, чап-чап-чап. Давай, иди. Тихий, семейный, да? Вечер такой. Оба. Ой. Что, ну у тебя сердечко. Да. Смотри, чтобы он не упал. Смотри. Нет, скажи, уже всему научила, он умный. Представляешь, штук 5 таких. Вадя, я даже представлять это не хочу. Да? Это будет что-то. Степа. Иди сюда. Стёп, иди сюда. Иди. Ушастик ты мой любимый, самый красивый. Оставь его трясы. Нет, сидеть должен, да? Рядом, я сказала. Люсь, убери лапы от золота. Скажи, а ты, мама, убери лапы от Стёпы. Давай. Опа! Всё, прилип. А что такое? Люся, а что такое? Ты же затихаешь, когда тебя целуют. Вот уж скандалистка. Ой, о чем вы говорите? Вывернулась. Сейчас опять пойдешь, да? Скажи. Да вон, Степа, вон. Не надо ко мне лезть всем. Не надо, говорю. Не надо. Люся.